Прибежали все. Мишка сходил и Сеньку позвал. Сенечка. Все, сказал, я уже дружбан со всеми. Че, с Мишкой больше всех, что ли, дружишь? Нет, наоборот, не дружишь. Так, кто там меня щупает? Сенечка, кушай. Он там с Вангулей, наверное, спал. Со взрослой женщиной уже дружит. Зобку ему повычесали вчера чуть-чуть. Переночевал он на доме 2. Все хорошо у него. Аппетит есть, играет. Поэтому все нормально. Мама сказала, он орехи совсем не ест. Но в гостях, говорит, выбирать не приходится. Он грецкий орех фигачит. Да? Сказал, больше ничего не дали мне. Дали, не обманывай. Ой. Иди, я тебя вместо мамки расцелую хоть. Иди. Ну, орехи понравились. Подруга твоя? А нет, это не подруга, это Лана. Подруга у него Лечка. Ой. Злый день, писюкавый. Да? Не мой сладкий. Ой, да это я. Кто там меня мокрыми лапёшками мацает-то? На спину полезла. Так, слезай. Леська сидит на спине у меня. Ай, волосы. Мать не расчесанная, мать себя не хочет показывать. Ау! Да блин, ухи. Да что такое? Напали еноты.